Доброго времени суток, дорогие друзья, у микрофона Никита. Сегодня поиграем в Roblox Drive World. В общем, не знаю, чем мы сегодня позанимаемся, но чем-нибудь поделаем. Вы хотели увидеть Drive World, я показываю. Так, опять какие-то новые машины. Нормально. Нифига. Опять обновили. Короче, я уже понял. И что это? Стоп, чё? По нему еще и ходить можно. Это гараж на прокачку? Серьезно? Не, ну вы прикиньте, гараж теперь можно прокачивать. Не ожидал. Так, чё это? Теперь можно покупать гаражи. Механик гараж, шоурум гараж, гринскрин гараж. Типа на зеленом фоне, я понял, но это чисто блогерский. Не, кстати, почему бы и нет? Мне даже на него хватает. А это смотреть гаражи других. Не, ну разрабы удивили, конечно, удивили. Вот можно было много думать. Что я сделал? Можно было вообще много думать, типа, что можно нового добавить. Они додумались добавить просто вот тупо прокачку гаража. Гениально. Почему бы и нет? Так, я даже не знаю, что мы делать будем. Могу предложить. Даже не знаю, честно. Грузы повозим или что-нибудь пособираем. А что он, кстати, по этой машине? А ну-ка, апгрейд. Стоковый движок. Ух ты, можно поставить новые. Чип. Угу, выхлоп стоит, поршни стоят, интейк новый поставить. Да ладно, даже турбо не стоит. И калач не стоит. О, так надо на этой машине работать и работать. Давайте я предлагаю пока что с ней ничего не делать, а поделать с ней позже. Но передачи трогать не будем, оставим сток. Нитро, ну пока что ничего не трогаем. Типа, ну, визуал у нас и так, как видите, есть. Ну, это сразу по знаку даже видно. В общем, не трогаем в нем ничего. Угу. Ну, раз кастом, то видно, что настроенное. С подписчиком, что вроде настраивали. Ну, погнали, посмотрим, что там. Вау. А, ну да. Все, готово. Не, нормально чувствуется. Ух ты ж, ёпта. Стой. О, на нем дрифтить можно. Прям так нормально, причем. То есть, о, а 360 навалим. Навалили. Норм. Парц. Так, там какие-то части есть. А ну-ка, интересно даже. Давай, наверное, что-то выскочим. Выскочим, короче, да. Угу. Короче, в этой зоне, я так понимаю, где-то мы что-то должны найти. Так, не здесь. Я уже по привычке хотел передачу щелкнуть. Евротрак переиграл.
Ой, разрабы. Ой, спасибо. Вот наш подгончик. Не, кстати, я не знаю, с чем прикол. Ну, типа, у меня с интернетом все нормально. У меня 50 мегабайтов в секунду интернет, то есть, ну... С ним проблем быть не должно никаких. Ну, ладно, пофигу. Вода какая-то. Звуки у нее не очень, кстати. Интересно, найдем за сегодня детали и сколько это займет. Все это, понимаю. Да, кстати, что по квестам? V10 RS White Body. Вау. Выглядит привлекательно. Задание, конечно, интересное. Давайте попробуем, короче, вот эти части поискать. По идее, они же должны быть где-то спрятаны, я так понимаю. То есть в своей зоне, где они есть, они должны быть спрятаны. То есть, ну не прям вот на видном месте. Не знаю, давайте что ли по дороге просто покатаемся. Я пока что ничего не нахожу. Ну да, выглядело это неплохо. А, ну на свалке, так сказать, посмотрим. Но... Здесь нет. Здесь зоны даже нету. Тише, заворачивай. Давай попробуем сюда. Особо не спеша будем, типа, чтобы детали эти найти. Интересно. Вообще, по сути, у нас двойная зона. То есть у нас как бы две зоны в одном месте. То есть найти детали вот по всей этой местности должно быть типа проще, хотя бы какую-то. У нас вот зона немножко на пляж выходит. Есть как такова вариация, что он здесь может быть. По-моему, их здесь нет. Опа! О! Ага, первая деталь есть. Отлично. Давайте свет включим. А, хотел еще дальше. Может просто по улицам города прокатиться? Будет смешно, если где-то деталь сейчас была на моем виду, но я ее не увидел. Там светится что-то? А, нет, показалось. А, так мы вообще с зоны выехали. Я даже на карту не смотрю. Налево, направо или прямо? Давай прямо еще раз. Что здесь? Машина. Не, пока что мы тупо кругами катаемся в одном и том же месте. Хотя зачем так много типа заправок здесь на карте? Если они даже не используются. Типа как элемент декора и не более того, что ли? Ну, типа, раз они их расставили, могли бы, кстати, использовать их. А что, заправлять бензин и тратить на это деньги было бы прикольно.
Не так уже аркадно получается, конечно, но фишка в этом какая-то есть. И больше заработка. То есть это уже в режиме было бы больше вообще целевой экономики какой-либо. Пытаюсь смотреть в оба, но я просто понимаю, что мы катаемся по одной и той же зоне. Опа. Стоп, так мы же ее собирали. А если еще раз? Ничего даже не произошло? И толку? Ладно. Будем иметь в виду, что можно натыкаться на одни и те же детали. А что здесь за красота происходит? Давай что ли турбооблет по зоне. Куда-нибудь сюда, допустим, теперь завернем. А, кстати, крыша. А ну-ка. Мы-то в зоне. Есть вероятность, что куда-то сюда могли запрятать? Мне кажется, вполне. Да ладно, нету. Разрабы, серьезно? Такое интересное место, и вы сюда даже не запрятали ничего. Хотя, с другой стороны, это слишком даже логичное место. Но я не понимаю вообще, где эта деталь спрятана. Та, в принципе, не сильно-то и было спрятано, как я бы сказал бы. То есть, ну, не так уж ее и заныкали. Вполне себе на видном месте была. Сидим здесь. Я внизу вроде не вижу. Не, нету. Мы сейчас просто в тупую всю зону облетели. И не нашли просто нигде. Я просто не врубаюсь. Реально, мы уже просто везде побывали. По-моему, мы уже прям совсем везде побывали. Я уже куда ни посмотрю, я просто все это видел. Деталь, деталь, куда тебя заныкали-то? А если здесь посмотреть? Короче, нету ее тут. Кстати, еще шоссе попадает под круг. Нет, на шоссе ее тоже нету. Ладно. Короче, поехали отсюда. Может быть, эти зоны еще где-то есть. Фига меня развернула. Нифига. Оказывается, этих зон вообще тут дофига. Так. А где мы? А, так мы вообще не в них. Ехали по шоссе, было бы нормально. Короче, предлагаю в какой-нибудь гоночке поучаствовать.
Сейчас там закончится гонка, и можно попробовать на чем-нибудь поучаствовать. А, ну и как раз таки, прежде чем мы поучаствуем, чисто фаст прокачка, давай самое важное сразу. Калачик. Так. Ну, твин турбо для этой тачки, мне кажется, самое то. 32 километра в час отнимется. Вообще прикола не понимаю. Допустим. Это бред. Так, ну и рейс компьютер. А, ну ладно, плюс 53, там уже тогда не страшно. Интейк. За 182 только осталось, и он даже нам чуть-чуть скорости прибавит. Окей. Краски сейчас заработаем. О, Jumping Jacks. Так, ну ждем. А вот еще наша награда. Прекрасно. Короче, мы будем соревноваться с этой машиной. И еще с кое-какой. Вот левые вроде не страшные, а вот справа потягаться можно будет. И только я, наверное, знаю, что здесь нитро лучше не использовать в начале. Потому что это вообще высока вероятность перепрыгнуть батуты. Можно только типа чуть-чуть. То есть типа аккуратно. И что это за подстава? Не, вот вообще, если бы здесь поддерживался руль именно в симуляторном режиме, тогда было бы отлично. То есть тогда руль реально помогал бы в управлении. Но пока что я просто к нему привык, но он не лучше клавиатуры на самом деле. То есть игроки на клавиатуре, у них вполне себе даже больше шансов меня сделать, чем я на руле. Обидно. Но как я и говорил... Не затупил бы, красную сделал бы. Так. Вайскайбет плюмит какой-то. Я даже не знаю, что это вообще. Ай, Сити Трейл. Пускай тот, кто проголосовал за этот долбанный Сити Трейл, пускай он переместится сюда. Я не понимаю людей, которые вот выбирают гонку и на нее не тэпаются. Типа, они кому-то во вред хотят-то сделать. Типа, я вообще не врубаюсь. Ладно, давайте на этой машинке еще поделаем. Там мы на ней мало катаемся, а то все Бугатти да Бугатти. Ага, вот и ты, здравствуй. Ой, еще один. Так. О, он немножко нитро на старте просрал. Стой, ну ёб, неуправляемое это дерьмище. Реально этим сложно управлять. Все, вот его заносит и все. Я не понимаю, это на руле так тяжело или что? Да куда его влево? Я вправо руль. Я вообще влево его не поворачивал. Порой поворачиваешь, он... Вот, я его влево, он вправо. Я не понимаю, Roblox. Стой, 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 сюда. Сюда, теперь сюда. Я еще на первом месте. Как? Я туплю, просто не знаю, как можно жестко. Трындец, как я туплю, и при этом я еще всех делаю. Да ладно, но это справедливо было, что он меня удел. Если я еще каким-то чудом сейчас до финиша первым доберусь и смогу его обогнать, это реально будет чудо. Ой, о. Не, ну это трэш.
Может быть, это связано, конечно, с тем, что я просто давно уже не играл. Не знаю. Но это уже чисто машина сейчас отыграла так. Второй. Но у меня были все шансы на третье место. Если бы я, кстати, вообще не тупил бы, или тупил бы хотя бы чуть-чуть меньше, у меня бы даже вполне все шансы были на первое. К сожалению, я тупил. О, драк. Интересно, как эта машина покажет себя в драке? Уж больно интересно стало. Ничего, никому не нравится. Я понимаю, что награда мизерная. А чего нету-то никого? О! Появился. Один родился. А двери мы можем открыть? Ай, зараза, нельзя. Просто иногда попадаются люди, которые типа ставят, чтобы все могли открывать, и просто над ними можно так прикалываться. В принципе, у него, я бы не сказал, что какая-то прям навороченная машина. О, это вообще Тесла. Она не такая же скоростная. Ну, у меня шансы есть. Он так очень хорошо вырвался вперед, кстати. Ну ничего, шансы у меня были. Но на Теслу я вообще не надеялся, потому что, ну, здесь она очень медленная. Все, что в ней хорошего, это только внешний вид здесь. Давай, Jumping Jacks. Вот пока что последняя гоночка. Я хочу вспомнить доставки на трейлерах. Хочу подоставлять. Чисто вспомним вообще, как это делается. А то тракинг, да. Там я помню. А вот на машинах, это ж вообще, наверное, другое дело. Чё, серьезно? Вот только хотел сказать, никого нету, и тут же залетел... Так, ты кто, Урус? Не совсем понимаю. Так, ну этого мы точно не сделаем. У тебя вот этого крупненького, что на Урус похож. Тоже есть шансы, что он нас может уделать. Вот, даже просто интересно, может кто-нибудь из них хотя бы тупанет? Ну, как-то там на трамплин криво попадет или, не знаю, что-нибудь пройдет, вылетит как-то из-под них. Вот мне просто даже интересно, неужто ли все такие аккуратные? Так, ну я второй. Странно, что у меня тот Урус, типа, или что это, не удел. Потому что, ну, с виду он, в принципе, не казался слабеньким. Ой, как на финиш попал. И в перегородку. До сих пор едет? Сколько ехать-то можно? Что там за каракатица такая? Туннель спринт. Ладно, за смыш-зону проголосуем. Ладно, не думал, что она будет, ну хорошо. Покажу заодно, что такое смеш-зона. Короче, едешь и ломаешь все, что ломается. Можно даже вообще не просто, даже не заморачиваться во что-то въезжать. Просто тупо едешь, главное, в этой зоне, и все. Вырезаешься, не вырезаешься по барабану. Как получится. Так вот. О, прям перед аварией восстановилась. Ну, звуки, кстати, прикольные у разрушения этих. Прям вообще зачет. Еще 60 секунд. И, честно говоря, очень мало очков, но это такая себе локация для смеш-зоны. Вот локация с маленьким поселком на горе, вот там, да, там вообще смеш-зона прекрасная. Просто круг почета делаешь,
и дофига очков собираешь. Там даже на фуре можно нормально это делать. Хотя, в принципе, для такого дела фуры, я так скажу, даже очень неплохо годятся. Из них активный участник смеш-зоны, это да, конечно, это хорошее дело. Опа. Так. Не, нормально, игроки поприсоединялись, может сейчас хоть добьем. Не, не добьем, уже не успеем. Опа. Да ладно, первое место. 50%. Спасибо. Прям обрадовали. Так, Flight Zone. Стиль Сурк Спринт? Это чё вообще? Так, если будет оно, то я перелетаю. Если не оно, то ведем груз. Вот бы так всегда работало. Так, разрабы. А вы когда успели новую локацию добавить? Я так понимаю, гонка прям по ней будет. Я не помню этой локации. А, это где-то вообще здесь. Фига себе. Я вообще не помню этой локации. Ребят, напишите, а как давно вообще эту локацию добавили? Выглядит она свежо. Очень даже. Дымок такой красивый с труб идет. Рельсы даже тут есть. Жесть. Вот тут даже какая-то атмосфера НФСки ощущается, потому что в НФСке вот в некоторых частях есть такие типа части, где гонка проходит через ЖД. А еще, кстати, я на первом месте какое-то чудо занимаю. Ой. Я думал, то кольцо. Чел вообще в том моменте где-то улетел и все, и пропал. Ну, куда ему дорога? Воу-воу-воу-воу. Вот я так дико туплю, но при этом все равно чат на первом месте держусь. Но тот чел вообще как бы не меньше меня тупит, я бы так сказал бы. Нормально, где-то здесь сейчас едем. Ха! Вот это меня норм, конечно, сейчас кидануло. О! Нормально так. Я просто уже испугался, что вылечу сейчас. А, так он до сих пор не приехал даже. Скайбаунд плюмит. Ну, я рискну. Просто интересно, что за оно. Да ладно, вот все вот не дадите. А это что за локация? А, это около аэропорта. Ну да. Но самой гонки что-то здесь я не помню, чтобы она была. Что-то разрабы позавозили нового и даже не сказали. Но это очень интересно. 10 тысяч за приз? За гонку? Чего она никому не нравится? Она ж прибыльная. На 18 человек, кстати, рассчитано достаточно много. Это чё? Фига себе. Давай сюда. 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 Трубы. Сразу времена с GTA Online вспомнил. Тише, 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 тише. Живи, не улетай. Я все равно один, так что, в принципе, я могу особо не спешить. Но гонка выглядит весело. Нет, так вообще имба гонка.
Мне она прям нравится. Все, это моя любимая гонка. Раньше Jumpin' Jacks, я даже не помню, за что я ее так полюбил вообще. Но что-то я ее разлюбил. Не, вот эта гонка определенно имба. Я сейчас представляю, что видит... Ой, ёпта! Что-то пропустил. Я сейчас представляю, что видят обычные игроки. Какая-то машина ездит по воздуху. Вот просто представьте, как меня видят сейчас игроки. Они же дороги этой не видят. Они видят только меня, едущему по воздуху. Вот это я сейчас класс прилетел, конечно. Даже почти попал. Вау. Опа, опа, финал. Финал, стой, ёпта, куда ты? Ну так, запороть финал мог только я. Ай, финал некрасивый получился. Все, отстой. Ну гонка супер, гонка супер. 180 тысяч нам, по-моему, надо было. Steel Surge. А, это мы уже ездили. Ладно. Как и обещал. Трейлер транспорт. Давай вспомним. Какую-то машинку нам впилили и поехали. Чуть меньше полутора километров. О, вот за это я и не любил. Теперь я вспомнил, за что не любил эти доставки. Машину носит, как не знаю что. Ну, думал, но только не в забор. Куда ты едешь? Она уже перевернуться должна была давно. Ладно, а мы-то еще на ходу как бы. Что делать, если перед вами стена? Просто перепрыгните ее. Совет на любую гонку. Нормально. Вот то, что я четенько на место встал, но это уже чисто я просто в Евротракте не играл. Навык, скилл. А это что мы везем? Мы что, рекламную вывеску везем или что? Опять туда же? Не, ну давайте хоть разнообразие какое-то. Да куда тебя ворочает? Ты угораешь? Переворачиваться будешь? О. Ну куда тебе? Он меня бесит. Переворачивайся. Переворачивайся, давай. Давай, почти, почти. Ой, наконец-то. Опа, налево. Ты меня задолбал! Там, кстати, реклама какого-то режима. Теперь я понимаю, как разработчики дополнительно зарабатывают. Неплохой конек. Понятно, на этот раз я своим же советом не воспользовался. Пришлось объезжать. Ну, сейчас чисто навык Евротрака. 15к. О, все. Это последняя доставка. И покупаем оставшуюся деталь. По-моему, интейк. 2 километра, нормально. Короче, не знаю, куда я пру. Просто едем вперед. Чуть-чуть правее. Чуть правее, но не переворачивайся только. А, на аэропорт, походу.
Карту, конечно, хорошо знаю, но какие-то новые локации определенно добавили. Не знаю, почему меня так раздражают эти прицепы, но они просто тупо переворачиваются. Как это бесит, я не знаю. Поэтому я на грузовике лучше буду возить. И денег больше, и интереснее. Давай, поехали, переворачивайся. Просто именно вот с самими машинами на руле управлять тяжело. Прям очень. Вот просто что это? Ну вот что это? Чего они переворачиваются? Уверяю, в жизни такого бы не было. Roblox, ты нереалистичный. По крайней мере, нет этот режим. Во всяком точно не на руле в него играть. Отлично, 21 тысяча, идем в гараж. А, еще и квест выполнили. Прекрасно, еще 15 тысяч сверху на гору нам насыпали. Так, давай, что там? Интейк. Вот тебе скорость, вот тебе лошадки. А у нас разве не столько их изначально было? Ну, я к тому, что после того, как я вернулся вообще в этот режим спустя долгое время... Как-то у машин тюнинг весь вообще послетал. И куда вообще кастомные коробки передач пропали у меня? Вот, вообще прям интересный вопрос. Что-то раздрабил намудрили. Вот намудрили, да не сказали. Три хендлинг. Я 120 тысяч, а они мне три... Ну ладно, стоп, что? Три хендлинг, тут пишется 4. Определитесь уже. Ну давай затестим тебя. Поперли. От первого личика сейчас поездим. Но это проще дается. Ой, поперло. Поперла, родная. Вот от первого лица этот косяк виден сразу. Я налево. Он сначала перед тем, как поехать налево, дает рывок вправо. А если я даю вправо, то наоборот. Типа, а что за прикол? От первого лица здесь вообще очень так сложно ездить. Это только если на фуре. Плюс обычно внутри звуки более приглушенные, чем снаружи. Но не в нашем случае. Чего я так за реализм подхватился? Давай прям на этой дорожке где-нибудь разложимся. Вот прямо у фонаря. Прям под фонарем. Прям как-то так. Ну, короче, друзья, с вами был Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И если хотите продолжения, то обязательно пишите комментарии. Ну, собственно, увидимся в следующем видео. А я погнал. До скорых встреч.